Что-то у нас тут распустилось, какое-то дерево, врать не буду. Но вчера шел я домой, был тут такой приятный аромат. Что за дерево? Вот тут уже бабочка садится. Такие вот красивенькие цветочки. Сколько это примерно сантиметров? Сантиметра, наверное, 2-2,5. Пахнут приятно. Не знаю, что за дерево. Даже врать не буду. Наверное, какая-нибудь. Может быть, даже черемуха. Может, еще там какая мелкая ягода, что-нибудь. Ну, а так весь лес все еще серый. И ничего больше не видать. Трава зеленая, по-моему, еще с прошлого года она тут так и стоит всю дорогу. Вот первое дерево у нас тут расцвело. Первое, которое я заметил. Конец.